И вся эта тема, она будет направлена образ, каким образом мы поклоняемся, поклоняемся ли мы вообще образам, там, нужно ли икону повешать, да, дома, и что такое в понятии Библии вообще образ. Я хотел бы для начала прочитать, перед тем, как мы помолимся, Псалом 113. Здесь Давид восклицает: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах и на земле, и Он творит все, что хочет. А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат». Имеется в виду у этих идолов. «Есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей. Подобно им да будут делающие их и все надеющиеся на них». Давайте мы вот эту фразу запомним. Библия обещает, что те люди, которые поклоняются образам или каким-то кумирам, или каким-то идолам, сделанным человеком из какого-либо материала, неважно из какого, так как у этих идолов есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат, есть ноздри, но они не обоняют, есть руки, но они не осязают, есть ноги, но эти образа этими ногами не ходят, то подобны им да будут все делающие их и все надеющиеся на них. Это обещание Бога, это обещание Библии. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов. Благословляет боящихся Господа, малых с великими, да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенный вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, слышите меня? Мертвые не будут прославлять Господа, аминь, потому что они мертвые. Имеется в виду даже те люди, которые живут еще на этой земле, но их дух мертвый. Они не ходят в церковь, они не возносят молитвы Господу, они гордятся все еще, но Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Можешь сказать на это аминь? Давайте мы встанем, помолимся нашему Господу, потому что Он достоин. И сегодня, так же, как и вчера, все дышащее дославит Господа. Растения дославят Господа, животные, весь животный мир поклоняется Богу. И мы те, которые рождены свыше от Духа Святого, у нас это желание сердца, это наша жажда. Господь, благослови, Господь, Отец, каждое сердце, которое сегодня пришло к Тебе, наполнится от Тебя. Наш дух имеет жажду. Наш дух имеет алканье. Наш дух имеет страшную потребность поклоняться Тебе, Владыка. Искать Тебя и находить Тебя, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Просить у Тебя и получать от Тебя, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Асана. Я благодарю Тебя за то, что, Господь Отец, в этом собрании, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Есть сердца, которые любит Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Взыскали Тебя всем сердцем. Аллилуйя, Отец, и Ты всегда отворяешь свои двери, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Если мы просим Духа Святого, Ты никогда не подашь нам камень. Всегда подаешь от силы Святого Духа, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Мы благодарим Тебя за Твое могущественное присутствие на этом месте. И сегодня каждый человек ровно настолько, насколько он открыт пред Тобой, он получит, Господь Отец, аллилуйя, Отец, эту преизобилующую благодать. И Бог никогда не нальет в закрытый сосуд, сосуд, который закрыт через свое неверие, скептицизм, ожесточенное сердце и гордыню, закрыт от великого всемогущего Бога, который дает всем обильно, но может налить только в открытое сердце. Помоги нам открыться полностью, без остатка для Тебя, Иисус. Аллилуйя, Отец. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Да прославится имя Твое, Господь Отче. Открой нам сегодня духовные глаза, потому что Ты тот Бог, который видит, даже когда мы не видим.
который водит нас на злачные пажити, который все прекрасно слышит, который все прекрасно сотворил, у которого невероятные руки, которые созидают и сегодня, из той глины, которая податлива, драгоценные сосуды в своем храме. У Тебя есть ноги, Господь Отец, аллилуйя, Отец, которые сегодня благословенны, Господь Отец, аллилуйя, Отец, потому что они и сегодня ходят через церковь Твою, чтобы благовествовать весь этот мир. У Тебя есть тело Христово, Господь, которое сегодня, аллилуйя, Отец, так же, Господь, как и вчера, не изменилось. Оно также наполняется, и Ты живешь в этом храме, Ты живешь в этой церкви, которая есть Твоя невеста. Аллилуйя, Отец, те, которые собраны из среды, Господь, которые вызваны, которые предызбраны, Господь Отец. Мы благодарим Тебя, всемогущий Бог, за то, что Ты предызбрал нас еще прежде создания мира. Аллилуйя, Отец, Ты уже видел каждого из нас в Сыне Своем Иисусе Христе. Тебе за все слава, честь и хвала. И народ Божий скажет аминь. Будьте благословены. Давайте прославим нашего Господа сегодня. Воздайте славу Господу, приготовьте свои сердца. Дает покой, Его имя всегда со мной.
я всю землю тяну. В моем сердце опять звучит. В моем сердце опять звучит. Иисусу царю псалом. Царю псалом. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить, провозгласив сердце свое. Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. У тебя точно за что есть благодарить и славить Господа своего Иисуса Христа. Прославляю Его всем сердцем своим. Аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Дайте славу Господу, ты достойна слуги славы. Слава, 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 только тебе. Церковь, как ваши сердца? Возрадовались, возликовали? Мы пришли, Господь, к тебе, чтобы поклониться тебе и прославить твое святое имя. Все наши жизни, Господь, только в твоих руках. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Скажи Господу своему. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Стою я здесь пред тобой, мой Бог. Стою я здесь, вся жизнь моя в тебе. Я знаю, рядом ты, ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, и гореть лишь для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Скажи ему. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Только ты один, мой Бог, лишь один. Только ты один. Все, чем я дышу, все, чем я живу. Еще один день, он только для тебя.
Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Всего на один шаг, мой Бог. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. На шаг ближе к Тебе. Всего на один шаг. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Тебе, Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Позволь приблизиться к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Скажи ему свое желание. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Всего на один шаг. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Быть ближе к Тебе, наш Господь. Мы хотим пребывать в Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя Тебе, Господь. Мы хотим быть ближе к Тебе. Каждый момент времени мы хотим приближаться к Тебе, становиться ближе с каждым шагом, с каждым днем и с каждой минутой. Господь, мы хотим, чтобы Твое желание стало нашим желанием. Господь, чтобы на свою короткую жизнь мы увидели Твое Божье Царство на этой земле. Хочу я быть ближе. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят аллилуйя. Святой, святой, все могу.
горы перед лицом Его. Силы тьмы трепещут перед именем Того, кто вознесен над всеми, кто умершим воскрес, кто сможет устоять перед Его величием, величием. Растают горы перед лицом Его, силы тьмы трепещут перед именем Того, кто вознесен над всеми, кто умерший воскрес, кто сможет устоять перед Его величием. Господь, кто может сравниться с Тобой? А воочию взываем сейчас к Тебе, Твоему величию, Господь. Никто не сравнится с Тобой. Да не будет у нас других богов, кроме Тебя, Господь. Только Ты наш живой Бог, Бог Израиля, Бог Авраама, Иакова и Исаака. А воочию мы преклоняемся пред Тобою, сокрушаем пред Тобой свои сердца. Только Ты благ и милостив, только Ты велик, только Ты святой. Отче, мы просим Тебя сейчас,
Прими, пожалуйста, нашу хвалу, наше поклонение, Господь. Призри на нас светлым своим лицом, Господь. А во очи, пусть Твое сердце, глядя на нас, возрадуется, Господь. Да пусть сейчас вместе с нами ликуют все небеса и славят Тебе все ангелы, Господь, превознося Твое святое имя. Славный Господь, наполни, пожалуйста, сейчас наши сердца. Переполняй, пожалуйста, это место своим величием, своим присутствием и Твоей славою, Господь. Боже святый, расправляй, пожалуйста, сейчас наши крылья. Позволь, пожалуйста, нам сейчас вместе с Тобою парить и летать над всяким штормом, всяким морем проблем, а воочию, но пребывать вместе с Тобою в Твоей благодати и в Твоей святости, Господь. Пусть кровь святая Иисуса Христа омывает нас сейчас еще и еще от всякого греха, от всяких мерзостей и беззаконий, Господь. А воочию, сделай нас, пожалуйста, белее белого снега. Да не будет между нами никаких преград. Славный Господь, славный Господь, прими нашу хвалу. Да будет превознесено Твое святое имя. Мы молимся с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа.